Так, сейчас вечер, вот эта площадь Сен-Марка со всякими дворцами Дожи и так далее. Вот этот дворец Дожи пошел. Там большой канал сзади, вот это маленький каналчик. А вот это очень интересное место. Называется Мост Вздохов. Угадайте, почему? Это не потому, что он влюбленных там или чего-то. Вроде как, ну как, для влюбленных. А потому что слева у нас дворец Дожей, где проходил суд и так далее. А справа вот эта вот тюрьма, видно по решеткам. И у Мост Вздохов называется потому, что осужденных, когда если их там в ЖИК приговаривали, их переводили по этому мосту из дворца Дожи, то бишь слева, в тюрьму, короче, последний, как сказать, последний путь практически. И это было последнее место, откуда они из вот этих вот двух окошечек могли кинуть взгляд на Венецию, полюбоваться Венецией и вздохнуть на прощание. Ужас. То есть вот так вот. Так вот шли, посмотрели на как остров, как им называется остров? Джу-джу. Короче, на этом острове сначала евреи жили, а потом этих евреев отсюда прогнали. И в каком 16-м и каком-то веке там, наоборот, стали виллы делать всякие богатеи. Вот. Так что вот шел, последний вздох кинул, и все, кранты.